Hey everyone, welcome back. Today we speak about the verb работать, to work. Работать. Я работаю, ты работаешь, он, она, оно работает, мы работаем, вы работаете, они работают. Examples. Я работаю в университете which is a true story. Я работаю в университете. Ты работаешь преподавателем. Ты работаешь преподавателем. Он работает по вечерам. Он работает по вечерам. Мы работаем над проектом. Мы работаем над проектом. Вы работаете удаленно. Вы работаете удаленно. Они работают очень много. Они работают очень много. That's it for today. Thank you very much. And maybe you can write your own examples under this video. I hope to see you in the next lesson. Paka pa.